Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Завода Play. Меня зовут Дмитрий. И мы начинаем прохождение игры Metro Exodus.
смог! Так, очень темно туннель. Так, а фонарик есть? Есть зажигалка. Фонарик А. Вот. Так, паутину поджигаем. Так, ну пойдем на зеленый свет. Так, а это патрончики. Куда же без них-то? Тихо. Как-то жутковато немножко. Заброшенная станция. Так, опять паутина. Так, это было неожиданно. Так, это мы обратно вышли. Зачем нам обратно? Так, это какие-то документы. Новая заметка. Так, отстреливаем. Я их помню, они были в первой части. Их там толпы были. Так, следующий поезд. Кто здесь? Ну, пока ничего сложного нету, но звуки вот эти толпы.
держись, дружище. Я его, считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего тебе? С дороги! Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял. Открывай так, тогда. Вперед! Куда дальше-то? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учатся защищаться! В метро слабакам не выжить! Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Итак, мы попали все-таки... И нам, насколько я понял, уже не первый раз так переливает кровь. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Так, и нам сказал отец, полковник вот этот, то, что мы будем приезжать в полис. Я ушла из ордена и сама решаю, что мне делать. А, Артём? О, какие люди, Артём! Здоров как бык, но ты, брат, конечно, дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Пардон, ну, сейчас устроим пир. Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там кушать, сестрички? Ну, ты да как всегда. Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! 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 Сейчас устроим! А у меня как раз с собой было.
Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Так, Е, замена фильтра. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал? Все сменил. О, отец меня убьет, если узнает, да, красиво что... тут. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Так что тут наверху жизни нет. Вдруг наш единственный дом. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней и душем. Да, это роскошь. Одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Здесь опять эти крысяки, наверное. Слышал. Опять! Стражи! Не цапнули? Отлично. Не, их четыре. Вы слышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились. Ну, не, твари. Так, замена фильтра. Давай, веди. Так, мы опять вниз, да? Ну, зеркало противогаза здесь запотевает эффектно. Такое чувство, что реально сидишь в противогазе. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и сайт. Ну что, устроим им термопилы, спартанец? Или подождем, пока пробегут? Давай поспокойнее. Подождем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили.
Здоровая была стая. Вдруг под... Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Да не, мне кажется, здесь причина в другом. Так, фоторежим нам не нужен. Так, замена фильтра, пора. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко. Так, П, противогаз потереть. Так, давай, переходим. Ветерочек такой. Это поезд? Это поезд? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда? Паровоз. Что, мы залазим или нет? Да. Упс. Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Так, а что происходит? Противогазы хоть верните. Я бы противогазы не понадобится. Их расстреливать будут. Дурак, а мог бы жить дожить. Поехали. Так, нужен противогаз срочно.
Так, нас расстреляли и выкинули какую-то яму, где очень-очень много таких же трупов. Это у нас что получается? То, что жизнь есть на земле, наверху, но об этом скрывают. Интересно, интересно. Сколько же здесь трупов? Так, аптечка пригодится. Так, опять поезд. Да, это настоящий паровоз. Так, а вот он люк. Нам в него, скорее всего, надо. Двести километров от Москвы. Это далеко. Интересно, а отец Анны тоже об этом знал? Что жизнь все-таки наверху есть. Так, потушим свет. Не пройти. Внимание! Включение поворотного круга. Ох, нам бы захватить этот поезд. Значит, одумался. И что, больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь не босс, страж. Тогда нет, нет. Я не страж. Человек? Я человек. Как вы... Долгая история. О, господи. Так это она про вас кричала. Кто она? Живой. Вы за ней? Ну, если так. Она тут, да, за ней. Я помогу. Так, это аптечка. Хоть какой-то толк с меня. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Хорошо. Встаю. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Окей. Сейчас отключим.
починили, товарищ сержант. Не спешите. Пригнитесь и не шумите. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Понял. Только не высовывайтесь на свет. Держите стены. Ермак, ты что ли? Что ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно. Так, главное не попасться на свет. Так, сколько ж здесь противников? Ой-ой-ой. Анза. Стойте. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Так, вырубить? Да? Что ты там бубнишь, а? Я думаю, получится. Эй, Ермак! Не угадал. Так, идемте. Погодите, погодите. Так, стойте. Тут свет. Стою, стою. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Ну вот, сейчас не смотрел. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Проходим, проходим. Идемте, скорее. Ну а... Так, ладно. Проходите быстрее. Так, выключаем свет. Эта система вентилирует. Удачи вам. Так, всем лежать, спокойно. Тёма! Тём! Господи! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю! На тебе, сука! Не дергайся! Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит никого, и Москву никто не слышит. Твою ж мать! Ого, сколько точек еще? Ого! Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые! Скоро вся охрана здесь будет. Так, вот этот поворот. Мне бы автоматик взять. Я с ним. Да, да, это свой. Ермак. Бежать вам надо. Ваше. Оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана. Ножичек. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает.
Быстрее сюда! Идемте! По всем неизвестным... Кто вы? Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите! Главное, приберитесь в ангар, а там Бог даст выйти из вас! А меня не знают, внимания не обратят! Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя! Сёма, здесь враги. Подсади меня! Видно плохо, вьюга началась. Сёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Так, понял. Начинаем выбираться с этого места.